Всем привет! Снимаем, значит, мы сейчас видео про машинку LG. Мы купили себе стиральную машинку LG новую на 4 килограмма. Сейчас взвесим белье и посмотрим, как она его вообще простирает, выстирает, не взвешивает. Слишком легкая, что ли? Три килограмма 950 грамм. В общем, сейчас попробуем в машинку все это запихнуть и будем стирать. И я вам покажу все, как она стирает, как что делает. В общем, 4 килограмма мы запихнули сюда. Вот так вот, прям впритык. Сейчас закроем, будем стирать. Хлопок включу, наверное, на 60 градусов. Сейчас покажу все. В общем, 4 килограмма мы туда запихнули, но больше мы так не будем запихивать. Это очень много. Ну, 3,5, особенно белое белье. Не знаю, простирается оно, не простирается, потому что прям вот впритык все. Значит, включаем сначала. Вот она заработала, все, включилась. Выставляем программу теперь. Так, вот хлопок. Ну, в принципе, она вот автоматически уже ставит, да, 40 градусов и 1000 оборотов. Сейчас градусов побольше, оборотов поменьше. Ну вот, в общем, вот так вот. Все включили. И запускаем ее. Все, видите, дверь заблокировалась. Сейчас она потихоньку начнет белье мурыжить. А потом уже воду заливать, греть и стирать. Сейчас вот тут появится у нас сколько времени в программе будет. Вот, смотрите, на хлопок на 60 градусов аж 3,46 будет стирать. Ну, как бы долго, да? Вот этот вот значок моргал. И да, тут, ну, бегали. Дорожка бегала. Эта машинка, оказывается, белье взвешивала. Ну, так что все будет стирать сейчас у нас. Потом посмотрим, насколько простиралось и как вообще, что с бельем. Потому что очень плотно заложили. Вот она у нас достирала. Получается, сколько? 3,5 часа она стирала. Очень долго. Белье прям впритык. Больше я так не буду набивать ее, стирать столько. Я считаю, что она не простирывает, когда так много. В общем, вот такая у нас машинка LG. Всем пока!